Приветствую вас, дорогие мои зрители! Сегодня я вам хочу показать мое новое изделие для моей внученьки. Это топичек. Такой летний, яркий, солнечный топичек. Топик-топик. Он выполнен из пряжи микрофибра. Она такая мягенькая-мягенькая. И в то же время она не дает паркости. Выполнила я немножко пошире, нежели обхват груди моей внученьки, чтобы она была такая, воздушно играла на ней так. Значит так, использовалось два цвета пряжи. Такой желтоватый и оранжевый. Как вязала я это изделие? Вязала я это изделие из серединки. Вот это вот начало моего изделия. Рюшики я потом выполнила. Я потом подойду к ним. Значит так, набрала я колечко и сюда же сделала петли с одним накидом, столбики, вернее, с одним накидом. Потом перешла на другой цвет. Вот этот такой желтоватый, молочноватый, бежеватый, какой-то он такой, интересный цвет. Затем я прибавляла петли. Здесь идут столбики с одним накидом. И расширяла. Смотрите, вот по низу идет уголочек. Вот здесь я делала расширение. Я вот здесь делала 2 петелечки и переходила дальше. Затем в следующем ряду я вывязывала сюда 4 петелечки. Или сколько? 4, да? 4 петелечки. Итак, круг за кругом. Вот здесь по кругу я добавляла петли, естественно, шла на расширение. И в это же время примеряла на внученьку. Ну, так как она подвижная, не хочет стоять, примеряться, я брала футболочку и по футболочке примеряла. Дошла я вот до этого места, и вот здесь я сделала горловинку. Здесь я не стала вязать. Здесь я стала вязать поворотными рядами. Вязала, и это дело я вывязала. Вот этот круг с уголочком. Здесь даже вот шишечки сделала. Есть у меня на канале, как делать шишечки. Затем я перешла вязать спиночку. Спиночка у меня, сейчас я вот покажу вам, идет вот так. Здесь вот перехлёстные бретели. И значит, я с одного края выбрала нужное количество петель, естественно, примеряя, и пошла вязать. Вот здесь как углубление для руки, для подмышки. Затем я начала поверху прибавлять петелечки, чтобы шло наверх. По низу там ровненько, а здесь идет кверху. Вот так вот. Чтобы как бы с под руки шло наверх спиночки к шейке. Значит, шла я так, прибавляла. Затем определила серединкой и вот это провязала ровненько, без прибавлений. Затем начала убавлять. Точно так же в зеркальном отражении делать, как с первой половинкой спиночки. Убавляла и пришла к вот этому вот кругу. И подсоединилась. Затем я меняла здесь, видите, ниточки. Это будете менять на ваше усмотрение. Подсоединилась вот здесь. И выполнила, вот такие, как бы, интересные, да, петелечки, такие воздушными петелечками. И провязывала вот такими. Это у меня получается столбик с двумя накидами. Здесь 1, 2, 3, 4 столбика шло у меня. И здесь сделала на перехлёст. Также с другой стороны. Вот эту вторую лямочку начала со спинки. Здесь не стала обрывать ниточку. Вот так вот со спинки пошла.
Ну, естественно, подошла к такому элементу, чтобы сделать. Но у меня не получился точно такой элемент, потому что здесь сначала он вязался, а здесь в конце, а здесь выходил немножко он иной. Ну, я не стала заморачиваться, я просто вывязала так же, как и всю лямочку. Затем я это все дело обвязала. Также я обвязала по низу. Ну, здесь будете смотреть, как вам нравится, так вы будете обвязывать. Я вот обвязала вот таким способом. И пришла к самому интересному. Вот этому цветочку. А как же? Потому что как бы, ну, она так смотрелась, ну, ненарядненько, можно так сказать. И я решила сделать рюшики. Рюшики выполняются очень легко. Смотрите, на стыке рядов берете вот так вот, покажу вам вот здесь, вот стык ряда, берете вот так вот, да, и начинаете вывязывать петелечки. Здесь были у меня столбики с одним накидом. Вот, допустим, петелечку подняли, 2 сделали столбика, в следующем 3, там 4 столбика. То есть вы будете смотреть так, чтобы оно... ну, гармонично рюша вот это смотрелась, не сильно так вот закрученная и в то же время не просто ровненько. Ну вот, допустим, давайте возьмем вот этот. Вот сюда я 2 столбика провязывала, 2, здесь 2, здесь 3 столбика пошло. 2, 3, 4, видите? 4, даже 5, нет, 2, 3, вот, ну... Вот так я фантазировала, смотрела, вот как оно будет смотреться, так и делала. Также выполнила один рюшек на стыке рядов и второй. Ну, так, конечно, развернула, посмотрела, меня как бы все устроило. Ну, так красивенько примерила, на внучке очень классно смотрится. Кстати, я ее, наверное, уговорю все-таки, она не хочет, но я уговорю ее сняться как-то в видео. Ну, на улице, наверное, оденем этот костюмчик. И, ну, костюмчик я говорю, потому что сейчас дальше расскажу историю. И думаю, ну, как вот этот уголочек как-то так просто. Я решила сделать китечку. Ну, китечка, опять же таки, это все банально уже так, все эти китечки надоели. Я взяла, сделала бантик. Просто нарезала вот таких вот кусочков. Соединила, вывязала с воздушных петелечек такую ниточку, как говорится, веревочку прикрепила, подсоединила и завязала. Просто узелком завязала. И получился вот такой интересный пом-пом-пом-пом помпончик. Или как еще там его можно назвать. Ну, очень интересная работа. Я была довольна, такая внучка активно принимала участие, смотрела, рассматривала, спрашивала, как и что. Так, и подхожу к еще интересному элементику. Значит, с чем будет носиться вот этот вот топичек? А топичек будет носиться с шортиками. А у нас, смотрите, сколько шортиков. А разненьких таких летних с ромашечками, с такими блестяшками, бусинками. Ну и вот такие вот, ну такие вот строгенькие шортики. Ну и как вы видите, поясок я сделала, чтобы это ж все гармонично смотрелось. А как же? Мы ж рукодельницы, мы ж должны это все делать красиво. Итак, поясочек вяжется вообще легкотня, просто легкотня. Вот как я вам говорила, вот здесь я вязала бретелечки с двумя столбики, с двумя накидами. Здесь я вязала, здесь было у меня 4, а вот здесь у меня 6. Вот вяжется-то сколько быстро. Вывязала и обвязала. Обвязала, значит, я это все дело. И здесь сделала такие вот веревочки. Вот здесь на конце как бы вот такую вот соединюшечку такую интересную сделала. И веревочки. Ну, на веревочках, естественно, ничего каких-то китичек не стала делать, потому что у меня же есть вот это вот
зачем нам лишняя вот эта телепалочка, когда должна вот эта телепалочка быть акцентиком. Ну и значит, вот такой вот поясочек. Смотрите, очень быстро вяжется и очень красиво. И вот когда шортички мы оденем, вот так вот. Сейчас я так подогну, чтобы видно немножко было. А немножко неудобно, да? И вот так вот с этим топиком, смотрите, оно будет красиво смотреться. Сейчас я так, чтобы время не тратить, вот так наполовину затяну и покажу вам. Вот так вот, да? Ну, пусть крючочек положу. И вот это у нас дело будет гармонировать. Ну, очень красиво, мы померили, мы довольны. Так что, дорогие мои друзья, гости канала, вяжите своим деткам, внучатам. Я вам даю идейки, а вы воплощайте свои идейки. Ну все, пока-пока. Мира, добра, счастья. С вами была Любовь. Пока-пока.